ПАВ или психоактивные вещества. Теперь учащиеся школы номер 3 знают о них гораздо больше. К ПАВ относятся наркотики, алкоголь, никотин, а также лекарственные препараты, злоупотребление которыми может обернуться большой бедой. Об этом школьникам рассказал приглашенный лектор Шата Адишвили. Специалист умеет разговаривать на эту важную и серьезную тему, учитывая возрастные особенности восприятия детей. Я действительно стараюсь приводить реально такие вещи, которые они могут найти сами в интернете. Я, например, рассказываю про коаксил, это медикамент наркотического содержания. Когда у человека там почти полнога без костей, одни кости, там, и потом ампутируют это красочно, это пытаюсь рассказать, то у них, конечно, бывает, они стараются уже после этого на дистанции держать любое плохое вещество. Разговор также шел и о более распространенных наркотических веществах, к которым, к примеру, относится никотин. Обсуждалась и алкогольная зависимость, причем лектор обратил внимание на легкомысленное отношение к употреблению именно слабых напитков. А ведь именно привыкание к ним может стать для подростка большим несчастьем. И не менее ужасные последствия могут наступить даже от единичного, просто из любопытства, употребления наркотика. Наркотики – это вещества, которые уничтожают или витамины, минералы. Это очень-очень полно определяет суть любого наркотика. И чем сильнее наркотики, тем, конечно, тем быстрее уничтожают это разных витаминов, минералов в теле. Школьники в большинстве случаев достаточно четко осознают, какие опасности им грозят, если они будут употреблять психоактивные вещества. Ты ухудшаешь свое здоровье, тратишь много денег, подвергаешь свою психологическую систему привыканием к этому веществу. И из-за этого страдает как твоя жизнь, так и жизнь твоих близких. Если он это употребляет, что-то там курит, пьет, более какие-то тяжелые вещества, то это нужно с ним работать уже на более глубоком уровне. Но так он, наверное, сам прекрасно понимает, что он губит себя, губит свое здоровье, губит свою семью. В школе номер 3, помимо бесед, которые проводят профессиональные лекторы, еще применяют такую форму работы, как встречи старших учащихся с младшими и обсуждение этой важной темы уже между ними. Старшеклассницы из отряда «Стражи порядка» приходят в том числе и к первоклассникам. Таким образом, для них разговоры об опасности употребления психоактивных веществ начинается с самых первых дней учебы. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.